Губернатор Игорь Рудени возглавляет делегацию Тверской области на Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в северной столице со 2 по 5 июня. Тема этого года «Снова вместе. Экономика новой реальности». Планируется, что правительство Верхней Волжи подпишет соглашение с крупными российскими и международными компаниями в сферах промышленности, дорожной инфраструктуры, туризма, глубокой переработки древесины и других. «Мы готовы к сотрудничеству по всем направлениям развития Тверской области», – отметил губернатор. Так, 3 июня губернатор Игорь Рудени встретился с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым. В ходе встречи обсуждалась тема развития льноводства. Также готово соглашение между правительством Тверской области и ГЕРС Технологи в сфере производства оборудования для нефтегазовой промышленности. Помимо этого подписаны бумаги, согласно которым предполагается строительство завода по производству комплектующих для пресс-форм и штампов на территории парка Боровлёва-3. А глава региона выступил на деловом обеде на тему развития транспортной инфраструктуры. Губернатор отметил, что для правительства Тверской области приоритетом является ремонт дорог, ведущих к инвестплощадкам и социальным объектам на туристических и школьных маршрутах. Напомним, Петербургский международный экономический форум проводится с 1997 года под патронатом и при участии президента Российской Федерации. Тверская область принимает участие в нем с 2006 года.